Еще один дом. Тут, походу, дело гнездо совы. Только что две большие птицы взлетали. Где-то вот, вон, видите? А где гнездо? Сейчас бы как бы нам глаза не выцарапали. Эти совы, блин. Так, ну дом вообще ни о чем. Вообще свалился. Я бы даже туда не пошел. Можно сарай внешне чисто осмотреть. Вдруг просто какие-то топоры валяются. Прям жутчайшее запустение. Что-то еще нашел? Бутылку от молока или кефира. Класс. Это сейчас большая редкость. О, с крышечкой. Смотрите, друзья, какая крутая находка. Бутылка из-под молока 80.05. И с крышкой даже. С резиновой. Цена 5 копеек. Класс. Кто помнит, сколько такая стоила? Ну, допустим, в 86-м году. Тут, смотрите, как будто прям домик Бабы-Яги. Вот этот сарайчик. Мне кажется, это не сарайчик, Илюх. Это прям старый-старый-старый домик. То есть, это вот новый, более-менее. А это тот, что был изначально. Это прям срубик. Сейчас посмотрим. Да, он прям с такими микрокошками приятными. Вообще, как Баба-Яга живет. Пойдемте посмотрим. Повернись, изба к лесу задом, а ко мне передом. Вообще сказка? Ох, вообще прикольно. Ох, вообще, тут надо кино снимать, слушайте. Красота. Залезать страшно, особенно если вот это... Да, там стекло наверху сейчас и башку отрубит. Вообще, прям такая древность. Симпатично. Так, ну и давайте посмотрим чуть-чуть на сам дом. Хотя, конечно, состояние у него, прям скажем, совсем никакущее. Вот тот сарай. А вот, собственно, дом. Вот остатки печки. Опа! Вот такой вот он. Во, погреб. Погреб. Вот тут опасненько, кстати. Вот тут можно нормально так провалиться. А, он каменный, смотри, он со сводом, Илюх. Нет. Это вот, а это стена, я думал, бочка. Погреб вон он. Видишь, свод вот он. Но туда я не хочу. Я и в дом, если честно, не хочу. Тут что-то как-то совсем никак. Уэть. Сапоги, сумки. А вот вход, кстати, в погреб из дома был. Сюда ночью прийти прям в погреб, улететь в один момент. Галоши, детские сапожки. Смотри, друзья, тут на пороге дома, вот дом, вот сам порог камнем, а вот круглый камень, видите? Вот, это, мне кажется, была заготовка под жернов мельничный. Все вырубали, но, видать, не доделали. Так и валяется здесь. Прикольно. Опа. Да, но он, наверное, у них откололся. И доделать они не стали, а форма явно жорного читается.